Всем привет! Сегодня 12 декабря и в ночь у нас выпал снег. Еще вчера была оттепель, а за ночь намело столько, что вот можжевельник все попадало. Но такая красота! Сейчас мы его будем освобождать, конечно же. Сейчас тоже продолжает все капать, тает. Спешу заснять и поделиться этой красотой. Животные радуются. Вот бы это да на Новый год. Красота. У нас в городе поставили в этом году такую красивую елку. Живую. Наверное, мало кто может не похвастаться. Ну вот так. Красотища. Вот это налепил, он такой легкий. Нет, уже не легкий, кстати, уже намок. Просто красота. А вот это вот под снегом похоже на какое-то хвойное. На это не хвойник. Как думаете, что это? Это цинерария. Посмотрите, стоит как елочка. А листочки-то какие узорчатые. Резные. Оп. Смотрите, какая красота. Конечно же, она не зимует. Но стоит вот такая вот хрустальная. А здесь еще стрекозу не убрала. Красиво. Смотрите, как здорово смотрится. Сейчас снег отяжелеет. И снова все растает. Я уже показывала, что у нас выпал снег. Но это такая красота, что прям невозможно. Не знаю, даже говорить-то громко не хочется. А в лесу, вы представляете, как сейчас в лесу? Это туйка. Тяжестью как нагибается, стоит только стряхнуть. Ты пришла? Кого ты там ищешь? Кого ищешь? Эх, весело тебе. Эх, весело. Вот это вот огромный можжевельник.
Я не знаю, он уже, наверное, метра 3,5. Все причем были посажены. 5 можжевельничков. Но один сразу не принялся, погиб. А вот эти вот, все они разные получились. Кто-то хочет расти, кто-то не хочет расти. Вот этот примерно 1,40 м. Он уже обледенел. Да, льдышки уже. Уже трудно будет его почистить. Ну вот, поделилась немножко с вами зимней красотой. Чувствуется приход Нового года. Смотрите, черноплодная рябина, красота. Стоит. Птички будут лакомиться. Очень красиво. Даже на такие тонкие плети девичьего винограда налипло. Ну вот. Такая красота. Все белое даже. И не знаю. Красиво очень. Настоящие зимние снежные узоры. Не морозные, а такие. На улице плюс 4 сейчас. Хорошего всем настроения. С вами была Татьяна Семенова. До новых встреч!